С вами Николай Пивненко в проекте «Дата». Сегодня 16 декабря. И сразу о родившихся в этот день. В 1770 году появился на свет Людвиг ван Бетховен, немецкий композитор и пианист. Писал во всех существовавших в его время жанрах, включая оперу, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения и так далее. Самым значительным его наследием считаются инструментальные произведения, фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты. Творчество Бетховена оказало значительное воздействие на симфонизм 19 и 20 веков. 1866 год. Рождается Василий Кандинский, выдающийся русский живописец, график и теоретик изобразительного искусства, один из основоположников абстракционизма. В 1872 году рождается Антон Деникин, генерал-лейтенант, главнокомандующий добровольческой армией в гражданскую войну, затем главнокомандующий вооруженными силами Юга России. После ее разгрома сдал командование барону Врангелю и покинул страну. Макс Линдер родился в 1883 году. Настоящее имя – Габриэль Максимилиан Лювьель. Французский актер, комик, сценарист и режиссер немого кино. Мировая звезда. В 1901 году рождается Николай Ватутин, талантливый и опытный военачальник, генерал армии, герой Советского Союза. Его имя навсегда связано с победами советских войск во время Великой Отечественной войны под Сталинградом и Курском, при форсировании Днепра и освобождении Украины. 1915 год. День рождения Георгия Свиридова, советского и российского композитора и пианиста, народного артиста СССР. Некоторые его произведения – «Патетическая оратория», «Курские песни», «Весенняя кантата». В 1932 году родился Родион Щедрин, советский и российский композитор и пианист-педагог, народный артист СССР. В 1935 году рождается Светлана Дружинина, советская и российская киноактриса, кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР. 1946 год. Рождается Бенни Андерсон, автор песен, пианист и вокалист группы «Абба». А в 1948 году Юрий Николаев, советский и российский теле- и радиоведущий, актер. Помним мы его прежде всего, конечно же, по «Утренней почте» и по проекту «Утренняя звезда». Народный артист Российской Федерации. О некоторых событиях этого дня. 16 декабря 1600 года в Лионе вторично сыграли свадьбу 47-летнего французского короля Генриха IV с 27-летней флорентийкой Марией Медичи, младшей дочерью богатейшего человека Европы Франческо I, великого герцога Тосканского. Генрих в декабре 1599 за немалые отступные добился развода с бездетной первой женой Маргаритой Валуа, известной в литературе как королева Марго. В апреле 1600-го король в обмен на огромную сумму в 600 тысяч золотых икю от дома Медичи согласился через своего представителя во Флоренции подписать брачный контракт с Марией, которую никогда не видел. В октябре в грандиозном палаццо Пити устроили венчание в отсутствие жениха, по доверенности, бывает и такое. И только 4 декабря Мария впервые встретилась с мужем воочию, а через 9 месяцев появился на свет наследник французского престола, кстати, будущий Людовик XIII. 1809 год. Объявление о расторжении брака Наполеона I и Жозефины Богарне. Накануне император Франции заставил Сенат специальным указом санкционировать свой развод с Жозефиной де Бугарне, в браке с которой он прожил 13 лет. Несмотря на столь длительный брак, Жозефина так и не смогла подарить мужу сына, а Наполеону нужен был именно наследник. 1887 год. Спустя полгода после казни старшего брата Владимир Ульянов, 17-летний студент юридического факультета Казанского университета, принимает активное участие в сходке студентов, которые протестуют против ущемления академических свобод. В результате он был арестован, исключен из университета и выслан под негласный надзор полиции в имение Ульяновых, деревню Какушкино Казанской губернии. Через год ему дозволили вернуться в Казань, но в университете его уже не восстановили. Кстати, придя к власти, Ленин ликвидировал вузовские свободы как буржуазный предрассудок.
1894 год. В Москве открывается сад «Эрмитаж» – памятник садово-паркового искусства, который расположен в центральной части города. Был основан Щукиным, известным московским театральным предпринимателем и меценатом. Впервые для посещения сад был открыт в декабре 1894 года. Через два года здесь состоялся первый в Москве общедоступный сеанс кинематографа «Братьев Люмьер». А еще через четыре в театре «Эрмитаж» премьеры спектакля «Царь Федор Иоаннович» открыт Московский художественный общедоступный театр под руководством самого Станиславского и даже Немировича Данченко. И на этой же сцене состоялись премьеры пьес Чехова «Чайка» и «Дядя Ваня». 1899 год. Выходцем из Британии Альфредом Эдвардсом основан один из самых титулованных клубов мира – футбольный клуб «Милан». Первым капитаном становится Герберт Килпин. Именно он придумал форму клуба и ее цвета – черный и красный. Красный цвет символизировал дьявола, покровителя команды, а черная – опасность, которая грозила всем его соперникам. Эмблемой клуба стал щит с изображением красного английского креста. 1931 год. В Москве появляется новый профессиональный театр «Ромен». Еще 24 января при главискусстве Наркомпроса РСФСР создается цыганский театр-студия «Индо-Ромен». У его истоков стоял Луначарский, а почетным членом организации группы был Мейерхольд. В апреле состоялся первый публичный спектакль театра-студии. В декабре заработал сам театр. Первые спектакли были посвящены цыганам и пропагандировали переход к оседлой трудовой жизни. 1966 год. Публикация цитат Мао Цзэдуна в Пекине. На Западе известная как «Красная книжечка», краткий сборник ключевых изречений Мао Цзэдуна, впервые изданный правительством КНР в 66-м. Цитаты содержат цитаты из речей и опубликованных работ Мао, структурированные тематически. Широчайшее распространение, более миллиарда экземпляров, получило карманное издание в красном переплете, предназначенное для ношения с собой и постоянного сверения со временем. И еще одно событие более подробно. 1946 год. 42-летний Кристиан Диор открывает в Париже модный дом со штатом из 85 сотрудников и стартовым капиталом в 6 миллионов франков. Первая же коллекция февраля круто меняет вкусы потребителей. Журналисты называют творение Диора новым обликом, и автор в мгновение ока становится самым популярным модельером мира. Приталенные костюмы, узкие плечи и пышные юбки – так выглядел новый силуэт от Диора, покоривший сердца француженок женственностью, столь желанной после аскетической моды военной поры. Красота спасет мир. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».